Всем привет, с вами снова Митя Любимов, и это четвертое видео из видеокурса «Общение без границ». А в этом видео я не буду показывать столько практики, сколько просто расскажу про то, насколько важно слушать людей. Дело в том, что если вы научитесь слушать окружающих, то вам будет проще с ними общаться, потому что вы уже будете их чувствовать, и чувствовать себя с ними легче. Для этого есть одно очень хорошее упражнение. Попробуйте пойти в центр города, на какую-нибудь оживленную площадь, сесть на лавочку и просто понаблюдать. Понаблюдать за тем, как люди ходят, понаблюдать за тем, как они общаются, посмотреть на их мимику, на их движение, представить себе, подумать о том, кем они могут работать, чем они занимаются, есть ли у них семья. Попробуйте просто посмотреть на людей, почувствовать их, послушать звуки вокруг себя. Вот. Попробуйте. Это очень классное упражнение. Ну, в идеале, конечно, будет здорово, если после этого вы попробуете подойти к этим людям, ну, и спросить, верны ли ваши предположения, угадали ли вы насчет них или нет. На самом деле, очень классно. Никто, по своему опыту могу сказать, никто особо не обидится. Поэтому вы даже можете не говорить свои предположения, вы просто спросите. Вот. Если спрашивают зачем, расскажите историю. На самом деле, 90% того, что людям будет интересно ваше исследование, скажем так. Все, спасибо. С вами был Митя Любимов. С вершины собора Саграда де Фамилия из солнечной Барселоны. Живите, общайтесь, радуйтесь жизни. Пока.